18 километров подземных линий первой очереди, 6,5 второй – это вехи в трудовой биографии кавалера Ордена Октябрьской революции, коммуниста Михаила Арминаковича Лавазарова. В метрострое он с первого дня. У строителей стало доброй традицией сдавать новые линии с опережением графика. И станции третьей очереди будут сданы досрочно в нашем Дзержинском районе. Ищут сейчас проектировщики пути сокращения времени, экономии материалов, разрабатывают такие конструкции, чтобы ускорить сооружение станций, проходку подземных магистралей. Пролягут они и под районами, застройку которых планирует коллектив института «Харьков-проект». Завтрашний день рождается из наших нынешних достижений, и контуры образцовых микрорайонов будущего тысячелетия просматриваются в размахе сегодняшнего строительства –